В Кашкабском сельском поселении полным ходом идет строительство мечети, которое, безусловно, станет главным украшением районного центра. Вчера с рабочим визитом Кашкабский район посетил муфтий Духовного управления мусульман Республики Адыгея Аскарбек Карданов. Вместе с главой района Зауром Хамирзовым ознакомились с ходом строительства новой мечети. Здесь проводятся внутренние отделочные и фасадные работы. В ближайшее время планируется облагородить прилегающую территорию. Заур Хамирзов и Аскарбек Карданов осмотрели молельный зал, комнаты для омовения, которые практически уже завершены. Они отметили хорошие темпы и качество строительных работ в мечети. Мар Аллахами Амрджа, Маштам Ичам Факуа, Тхами Ома, Бжахами Ичахам Ядижим, Маштам Иказа Ухр, Тетарафа, Тфай Непа, Тзадиплах, Икуац Митиха, Марим Тепляпа, Иблага устройства Сиухр, Непа Даганафа, Танди. Кабля похазерщитетхар, эспахазерщитетхар, нахдаху, нахшхуанту, тезадепхин хашанепа, и тепхи ухабахари, даху зерчным, тфаю непа, авадезе уча непа чо, район Тхаматемди, джара непа тхасфакону фугар муфтиятам. Не потягаразит лагом офр лагуата даху махо тагуга цифхами ягурихнча. По словам муфтия Республики Адыгея, все работы, связанные со строительством и благоустройством, будут завершены к концу осени.